На этих выходных в спорткомплексе Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана проходил юношеский чемпионат Украины по бадминтону. Побороться за возможность представлять Украину на чемпионате Европы приехали 80 спортсменов в возрасте до 19 лет из 8 регионов Украины. Побывала на престижных соревнованиях и наша съемочная группа. Спортивный комплекс Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана в очередной раз принимал у себя престижные соревнования. На этот раз чемпионат Украины по бадминтону. Это важное событие как для нашего города, так и в целом для украинского спорта привлекло юных профессионалов из 8 областей Украины. Одесса уже давно стала столицей спорта в нашей стране, а Национальный университет Одесской юридической академии, Международный гуманитарный университет стали локомотивами этого движения. На данной площадке мы уже имеем опыт в течение 3 лет. Мы успешно проводим и чемпионаты области, и чемпионаты Украины, и крупные международные турниры. Такой большой и серьезный турнир, как Одесса Open. И сегодня Федерация бадминтона Украины доверила именно нам, именно Одессе, именно Одесской областной Федерации бадминтона проведение чемпионата Украины по молодежи. И это очень серьезно, ведь именно бадминтон является олимпийским видом спорта. Именно бадминтон является очень серьезной заявкой наших спортсменов на победу. И проявляя себя здесь, проявляя себя на украинских площадках, они представляют нашу страну в Европе и мире, и это очень важно. Такое серьезное взаимодействие, оно дает нам возможность расти чемпионов. Почему? Потому что именно в наших университетах при поддержке президента университета Сергея Алексеевича Кивалова происходят тренировки по бадминтону. Мы вырастили уже не одного чемпиона Украины по бадминтону. Популяризация и развитие спорта – одна из главных задач, которую ставят перед собой Национальный университет Одесская юридическая академия и Международный гуманитарный университет. В вузах созданы все условия для подготовки будущих чемпионов. По инициативе почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова в городе открываются новые спортивные площадки, а также реконструируются уже существующие. Отметим, что спортивный комплекс на 8-й станции Большого Фонтана регулярно принимает международные и всеукраинские соревнования. Комплекс давно стал тренировочной базой для различных федераций и школ Олимпийского резерва по разным видам спорта. Организаторы и гости нынешнего турнира отмечают, что чемпионат Украины по бадминтону с каждым годом становится более масштабным. Все более и больше мероприятий подобного уровня проходит на спортивных базах данного вуза. Это радует и только сказать руководству спасибо огромное за это, за такие возможности. Бадминтон на данный момент становится все более популярным. Его внедряют в программу как модуль физического воспитания на урочной деятельности среди школьников. Эти мероприятия проходят на высочайшем уровне. Не так давно проходил чемпионат Европы, если вы знаете, в Киеве. Вот. Мы, как комитет и руководство Федерации бадминтона Украины, дружим, проводим совместные мероприятия всеукраинского и областного, и всеукраинского масштаба. Мы много лет уже работаем под предводительством, можно так сказать, Сергея Васильевича Кивалова. Он как меценат спорта, он нам помогает всегда. Открываются новые академии, академии бокса, академии бадминтона. Поэтому мы смотрим только светлое будущее, и мы благодарны за предоставление столь замечательного зала, также для проведения такого уровня чемпионата. Среди юношей и девушек у нас участвуют порядка 20 спортсменов из 80, то есть 1/4 представлена одесситами. Поэтому мы, как руководство Федерации области, стараемся развивать наш вид спорта. Конечно, хотелось бы большую завлеченность людей в бадминтон, потому что бадминтон по статистике в мире по популярности второй вид спорта. И каждый человек когда-либо играл в бадминтон и увлечен этим спортом. Отметим, что несколько лет подряд Одесское областное отделение Комитета физического воспитания и спорта Министерства образования и науки Украины признает Национальный университет Одесская юридическая академия одним из самых спортивных вузов страны. Ранее был подписан 3-сторонний договор о сотрудничестве между Одесской юракадемией, Федерацией бадминтона Украины и Управлением физической культуры и спорта Одесской облгосадминистрации. Благодаря этому договору в университете
университете была внедрена программа Shuttle Time по обучению учителей физкультуры, преподаванию дисциплины бадминтон на занятиях физической культуры. Зараз є таке відродження бадмінтону в Одеській області, тому що там 2 роки назад ми прийняли нову федерацію і очолив її Валентин Андрійович Федоров. І це дало такий поштовх новий, тому що дійсно є спортивна база, на якій можна проводити ці змагання. І сьогодні такий приємний спорткомплекс, який після ремонту. Ми тільки що спілкувалися з Валентином Андрійовичем та говорили про те, що, звісно, тут тільки проводити змагання для дітей. І сьогодні такий останній вік дітей – це 18 років. Наступні змагання – це вже змагання в них будуть серед дорослих. Це відбірковий чемпіонат України до чемпіонату Європи 2022 року. І сьогодні присутствують 8 областей України, де найбільш вагом розвивається цей вид спорту. Тренеры отмечают, высокий уровень соревнований и подготовкой своих подопечных довольны. На кортах все отдаются по максимуму. Стимул один – представлять Украину на чемпионате Европы. Кроме того, приезжать в Одессу в спорткомплекс на берегу Черного моря всегда в радость. Как спортсменам, так и их родителям. Культивируется этот вид спорта, наш бадминтон, как олимпийский вид спорта, в 14 областях Украины. Занимается порядка 10 тысяч юных спортсменов, да и США, различных городов, обществ областных. Большой был успех выступления наших спортсменов на международной арене. За последние годы призерами становились наши спортсмены на чемпионатах Европы среди юношей, юниоров и молодежных. В этом году на чемпионате Европы среди юниоров в Словении наши спортсмены завоевали в 3 разрядах медали. Соревнования проходят на довольно высоком уровне. Как вы видите, здесь профессиональное покрытие, хороший зал. Это чемпионат Украины до 19 лет. То есть здесь уже играют такие спортсмены, которые вот сегодня-завтра уже будут представлять нашу страну на взрослых соревнованиях и пополнять сборную страны. На этом чемпионате у меня играли ребята намного помладше. Они 2009 года рождения, им по 12 лет. И вот мальчик 2007 года рождения. То есть в сравнении с 2003, ну, как вы сами понимаете, разница в возрасте большая, но это тоже опыт, это очень интересно посмотреть и попробовать себя на кортах на одном уровне со спортсменами более высокой квалификации. У меня 3 мальчика получили разряд кандидатов в мастера спорта, они ездили на чемпионат Украины по 2007 году в июне месяце, там команда заняла призовое место, и вот это мои первые такие воспитанники, для меня это очень приятно. Сами же спортсмены отмечают атмосферу соревнований. С одной стороны, уступать никто не хочет. С другой, за пределами игрового поля все подбадривают и поддерживают друг друга. Я занимаюсь этим спортом уже 6 лет. Меня привел в этот спорт мой отец. Он в детстве и в юношестве занимался этим спортом. Ну вот, и сейчас, можно сказать, он моя поддержка и мой один из моих тренеров. Мне кажется, каждый, кто занимается каким-либо спортом, об этом мечтает. Я тоже буду пытаться тренироваться дальше и надеюсь, у меня получится быть каким-то хорошим, успешным спортсменом. Я занимаюсь бадминтоном с 5 лет. Даже я помню, без одного дня 5 я пошла вначале просто, чтобы чем-либо заняться. Потом у меня начали появляться результаты. Сейчас это чемпионат Украины, последний по моему возрасту. И очень важный для меня, учитывая то, что я еще сейчас буду играть только 1 категорию. Когда появился брат, родители хотели отвезти в какой-то вид спорта, где нет травмоопасно, но как-то вышло так, что он пошел на бадминтон, а я ходил его забирать с тренировок и увлекся. Пошел за братом. И сейчас я нахожусь здесь и играю профессионально. Бадминтон на самом деле очень интересный вид спорта, и я в него пришла давно, и он мне очень нравится, и по сей день я занимаюсь. Настрой боевой, приехала сюда за медалями, но так получилось, что попала на сильных девочек из Харькова, и получилось так, что мы проиграли и в паре, и в одиночке.
Соревнования, на самом деле, очень хорошие. Чемпионат Украины. Считаю достойным сюда приехать. Получилось так, что привел меня мой друг, одноклассник. В этом виде спорта меня увлекло то, что, ну, во-первых, зал был расположен недалеко от моего дома, а еще то, что мы больше тут двигаемся, понимаете? В таком виде спорта, как теннис, там удары более размеренные, я тоже играл, и это не то. Мне очень нравится этот вид спорта, потому что он очень подвижный, и даже говорят, что он входит в тройку самых сложных видов спорта, там, и мой настрой боевой. Вот у меня, к сожалению, осталась только пара, и в паре я намерен там пройти. По итогам отборочного чемпионата Украины по бадминтону была сформирована сборная Украины, которая совсем скоро отправится представлять наш регион и страну в целом на международном уровне. Не исключено, что вскоре мы услышим, что кто-то из этих амбициозных молодых спортсменов станет первой ракеткой мира.